Мы на выставке World Food 2022 и продолжаем знакомиться с продукцией, представленной на нашей выставке. С нами Игорь Баранов. Игорь, здравствуйте. Расскажите, что вы нам принесли? Ну, сегодня здесь на выставке мы представляем продукцию собственного производства. Это наши сыры алтайские. Два сыровара. Вот у нас с собой небольшой такой каталог. И коротко о наших сырах. Мы работаем уже 7-й год на рынке и делаем сыры по итальянской, швейцарской, грузинской рецептуре. То есть, ну, так называемое импортозамещение, да, то есть, ну, о котором мы сейчас говорим. Вот, и на сегодняшний день я вот хотел бы показать некоторые позиции. Допустим, это камамбер, это сыр благородной белой плесени, то есть, который мы делаем у нас в Алтайском крае, в городе Барнауле, да. Делаем различные качоты, то есть, качота базилик, качота паприка, то есть, это такие сырочки. Также у нас в ассортименте есть качота с грецким орехом, качота с кедровым орехом, да, вот такая наша, как бы, алтайская фишечка. Вот, качота с грибами, ну, такие интересные сыры. Существуют также вот такие собственные разработки, да, это вот такие рулеты, так называемые батоны. Батон алтайский с вишней. Очень нравится девушкам, ребятишки его очень любят, потому что он имеет такой сладковатый, хороший вишневый вкус, насыщенный. И различные батоны мы делаем с прованскими травами, с исландскими смесями, да? То есть, ну, такой востребованный продукт сегодня, как бы интересный. Сырочки, соответственно, у нас мы делаем все из нашего алтайского молочка. То есть, учитывая наше вот колоссальное вот это разнотравье Алтайского края, да, дает очень хороший вкус. Вот на этом хотел внимание заострить. Единственное, у меня сначала, мне показалось, что все абсолютно полностью наше отечественное, но вы упомянули прованские травы, да, наверное, специи единственное, что вы берете. Это специя, да, это специя, то есть все основное, вот то, что есть, то есть вот сырье, то есть наши руки, да, то есть и все. Единственное, да, вот что, да, мы вот используем. Но опять же, видите, как вот прованские травы, это просто как бы сборное такое название, да, то есть там набор специй, то есть, которые просто называются прованские травы, то есть вот по какой-то аналогии там. Так. Ну, то есть в любом случае, наверное, речь идет о каких-то травах, которые у нас не растут. Прованские травы, да, я здесь, ну, не буду углубляться там в технологии, то есть и состав, да, вот данного набора трав, все-таки это как бы немножко конфиденциальная информация, да, то есть наша понимаю. Такая, вот, ну, скажу так, это все очень вкусно. Скажите, последние какие-то события, да, когда прерывались логистические цепочки, получается, вас вообще практически никоим образом не коснулись? Здесь, да, понимаете, как бы вот информационная вот эта вся, как бы, вот, ну, ситуация, да, вот такая сложная, как бы, когда немножко, как бы, даже какая-то вроде как паника была, да, в итоге показало себя, что это, ну, было напрасно, то есть мы немножко подготовились, то есть просто сделали какие-то закупки заранее, то есть, да, немножко подстраховались, как бы, впрок. И в итоге, то есть на нашем ценообразовании, ну, это практически никак не отразилось. То есть, ну, слава богу, все в порядке. А на этой выставке сегодня, конечно, первый день, но все-таки уже какие-то были полезные знакомства, какой интерес к своей продукции, видите? Более чем скажу, что сегодня в очередной раз убедился в полезности подобных выставок, подобных мероприятий. Здесь не то, что мы для себя как бы увидели какие-то перспективы в плане развития, там, да, увеличения товарооборота, но очень много информации для себя почерпнул, очень много полезных знакомств, которые, понимаете, не только в плане продаж там, да, и продвижения нашей продукции интересны, а которые, в принципе, как бы расширяют настолько как бы вот рамки общения, то есть и развития в целом, как бы, да, вот, и нашего региона, да, и в целом вот той пользы, которую мы сегодня, да, и мы как производители можем, да, привнести как бы в наш рынок, да, в наш товарооборот. То есть очень важные мероприятия, очень полезные, прям руководителям, организаторам, всем участникам мы очень признательны. Надо почаще проводить такие мероприятия. Здорово. Удачи вам с вашим продуктом, с вашей компанией и хороших продаж. Спасибо большое. До свидания.